как и зачем выпаривают соль. Если смешать соль с водой, она будет находиться в растворе в виде ионов натрия и хлора. Для этих ионов дальнейший распад не характерен. Таким образом, если оставить концентрированный соляной раствор на открытом воздухе в емкости, то со временем вода испарится, а на дне останутся маленькие кристаллы соли. Существует множество разновидностей соли, которые получают разными способами. Так, морская соль добывается путем выпаривания морской воды. Этот процесс происходит в специальных искусственных водоемах. Больше интерес вызывает обычная соль. На протяжении многих лет на упаковках пишут «поваренная соль». Дело в том, что поваренной можно называть только ту соль, которая получена путем солеварения. Это технологический процесс, в ходе которого на заводах из солевого раствора на выпарных аппаратах получают кристаллы соли. Можно ли выпаривать сахар? Получать сахар по такому же принципу, как и соль, намного труднее, но возможно. Если растворить его в воде и нагревать в течение длительного времени, получится сироп. В результате появляется большое количество новых веществ, которые как раз затрудняют процесс выпаривания. Но если продолжать нагревание, постепенно вода испарится. Сахар выпаривают в производственных масштабах. В частности, таким способом его получают из специального растения сахарного тростника. Вкратце этот процесс можно описать так. На производство покупают только стебли тростника. Жидкость очищается несколькими способами. Это сложные технологические процессы. Чистый сок отправляется на выпарку. В ходе этого процесса жидкость становится намного гуще. Следующий этап – получения утфеля. Это масса, которая состоит из кристаллов сахарозы и раствора. Варка занимает много времени и осуществляется в специальном вакуумном аппарате. Утфель поступает на кристаллизацию, охлаждение, а затем отбеливается в специальных центрифугах, и получается сахар. Короткий ответ. Соль и сахар можно выпарить, но в случае с сахаром этот процесс является более длительным и сложным.